Вот мы так и ходим друг к другу, в гости, по очереди. Вот, надо сказать, что мы подготовили небольшой сюрприз, песню «Русская дорога», вот, вместе. Надо сказать, что это такой эксперимент. Никогда до этого песня «Русская дорога» ни с какими инструментами не игралась. Вот, более того, на репетиции, когда я пришел, я еще раз очень отблагодарил свою родную гармошку «Чайка» за то, что она меня оберегает от всяких несвойственных мне тональностей. То есть Александр Фельдс сказал: «Слушай, а мне вот это как-то вот высоковато или низковато, давай вот там фа диез, до бемоль, мажор, диези». Я говорю: «Вы знаете, тут только она из комиссионки, тут в одна тональность». Поэтому в итоге высокопрофессиональный коллектив рок-музыкантов перестроил под гармошку из комиссионки все свои колки. Вот. Ну что, поехали! Не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом. Ночуя в буерраке под калиновым кустом, нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинная дорога полностью за нас. А вы все слезы отдохнели много. Я русская дорога. Через какой-то срок враги опять отдали нас, и бьют еще сильнее, вот и порешат. Но лютые морозы тут на выручку коса, а остатки под время горючие слезы. Мы русские морозы. Врага, запомните, пока дышит тактический прием.